Девочки, спектакль будет. Артисты есть, зрители есть. Спектакль будет. Наш театр – это совершенно особый театр. Он не государственный, не коммерческий. Лев хочет освободить в человеке такие духовные и физические возможности, о которых он сам не подозревает. А чем занимаешься? Твоя бы профессия. Актриса. Бегаешь, крыльями машешь, только это не работа. Очень интересная постановка. Необычная очень. Да, так все. У вас есть сознание, можете чувствовать. Вам донести эти чувства некому. Некому, нет никого, понимаете? Вот и все. У меня ничего не получается, да? Ну, лучше скажи, хоть что-нибудь. Спасибо, что приехал. Лев, он нестандартный. Не отдельно. Необыкновенный. Не отдельно. Хочется прожить пускай 2 месяца, но по полной. А там пускай конец. Не плестись. Так вот, около него так можно прожить всю жизнь. А Миша? Гораздо лучше, по-моему, этого твоего гения. Она, несомненно, не отрицательный персонаж. Но она впускает в себя этого демона. Решила все растоптать. А не будет там ничего. И здесь не будет. Не молчи, с тобой говорят. Я не молчу. Может быть, смысл жизни в душевной свободе? Ну, кто свободен? Никакой необыкновенной жизни нет. Есть жизнь. Просто жизнь. А может, я 2 замахнулась прожить? Такую и такую. Thank you.